Обращение Армении, признание поражения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо с просьбой о военной поддержке президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Правительство Азербайджана расценило данную просьбу как фактическое признание поражения. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией. Как вы знаете, премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием своего поражения, потому что у России просили военной поддержки, хотя для этого нет оснований. Министерство иностранных дел России согласилось на предоставление военной поддержки, но только в случае перенесения военных действий на территорию Армении. Однако президент Азербайджана отрицает подобный исход событий и не теряет надежды на то, что вскоре Баку и Ереван договорятся о незамедлительном выводе армянских войск из Карабаха. Ранее Пашинян назвал оптимальным решением конфликта в Нагорном Карабахе ввод российских миротворцев. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, миротворцы могут быть введены в зону конфликта только с согласия обеих сторон. Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Однако все три попытки не увенчались успехом. В Афганистане снова неспокойно. В провинции Кундуз на севере страны был совершен теракт. Как сообщил пресс-секретарь администрации губернатора Кундуза Эсматулла Муради, талибы подвергли минометному обстрелу здание управления полиции. Жертвами движения «Талибан» стали 4 человека. Еще 8 ранены. Со слов пресс-секретаря, все погибшие – сотрудники службы охраны губернатора. Кроме этого, был подорван военный автомобиль в районе Хан-Абад. В результате погибли 3 военнослужащих, 2 ранены. В «Талибан» пока не прокомментировали произошедшее. Подобные теракты производятся на территории Афганистана регулярно. Среди пострадавших есть и мирные жители. Ранее президент Афганистана Ашраф Гани призвал боевиков движения «Талибан» к миру и отказу от насилия. Афганское правительство строит мечети и медресе, а талибы их разрушают. Боевики движения «Талибан» должны положить конец насилию и принять за основу мирного процесса религиозные и исламские ценности. Все разногласия можно урегулировать путем диалога, а не войны. Согласно словам президента, Афганистан является исламской республикой с президентской формой правления, и никто не вправе красть эту идентичность. Таджики-мигранты застряли в Москве. Более 200 мигрантов из Таджикистана в аэропорту Домодедово ожидают рейса на родину. Авиакомпания Samon Air не получила от Росавиа допуск на выполнение 2 чартерных рейсов из Москвы в Душанбе в ночь на 1 ноября. По информации радио «Азоди», переговоры с авиавластями России были долгими. В Москве настаивают на совершении более половины чартерных рейсов российскими авиакомпаниями. Это невыгодно таджикским компаниям. В Минтрансе Таджикистана надеются решить проблему в ближайшее время и вернуть граждан, застрявших в России из-за пандемии. Пассажиры, застрявшие в аэропорту Домодедово, говорят, что теперь вынуждены возвращаться в свои места жительства. И это при том, что многие из них приехали в Домодедово из других областей в надежде, что смогут вернуться на родину. Они заплатили по 37 тысяч рублей за билеты от Москвы до Душанбе, а также сдали тесты на коронавирус. Представитель Samon Air записал номера телефонов пассажиров, которые не смогли вылететь на родину, и пообещал им, что будут сообщать, как только получат разрешение на продолжение чартерных рейсов. Таджикистан приостановил воздушные сообщения в конце марта из-за распространения коронавируса. Тогда тысячи граждан республики застряли в аэропортах России и других стран мира. До настоящего времени выполнялись чартерные рейсы для возвращения оставшихся граждан на родину. 65 часов провел ребенок под завалами после землетрясения в Турции. 106-м спасенным жителем из мира стала Элиф Перинчек. 3-летняя девочка провела под завалами почти 3 суток. Малышку встретили аплодисментами. Член поисково-спасательной группы Муамер Чилик вспоминает. «Я нашел Элиф в гардеробной, лежащей на спине. Я обнял ее. Когда она увидела меня, схватила за палец. Элиф стала чудом, подарком для нас». Элиф на носилках поместили в машину неотложной помощи. Все это время она держала за руку своего спасителя. Родные назвали спасение настоящим чудом, ведь ее 7-летний брат погиб. Мать и 10-летних сестер спасли в первые же часы после землетрясения. По состоянию на 2 ноября число жертв землетрясения в Измире составило 91 человек. Из 963 пострадавших 743 выписаны из больниц. Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах 8 жилых домов. Землетрясение магнитудой 6,6 баллов в турецком городе Измир было зафиксировано 30 октября. Мусульмане Канады дарят цветы прохожим. В городе Торонто последователи ислама организовали флешмоб у французского консульства. В руках участников были плакаты с надписями «Прекратите терроризировать мусульман»,
«Остановите расизм. Пропагандируйте гармонию, а не ненависть». Участники акции также раздавали цветы и памятные подарки всем прохожим. По словам местных мусульман, такой шаг должен показать, что мусульмане – люди, готовые защищать свои права силой убеждения. Из 38 миллионов канадцев, проживающих в стране, более 1 миллиона – мусульмане. И большая часть мусульман – выходцы из Пакистана. Согласно канадскому национальному исследованию 2011 года, в Канаде насчитывалось более 1 миллиона мусульман, что составляло около 3,2% населения. Это означало, что ислам является второй религией по количеству приверженцев в стране после христианства. Ислам – самая быстро растущая религия в Канаде. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@aliv.tv.